Лужи, грязь и ямы на дорогах. Непроходимым был Банный переулок на Яграх еще месяц назад. Сейчас там начался капитальный ремонт. Строители обещают, весенние потопы Банному больше не грозят. Там появится ливневая канализация, освещение и новый асфальт. По просьбе телезрителей тему плачевного состояния Банного переулка на Яграх мы поднимали не раз. Вот так он выглядел этой осенью. В озеро превращалась целая улица, а состояние асфальтового покрытия делало переулок практически непроходимым и для машин. В итоге городские власти все же решили покончить с этой проблемой раз и навсегда. Очень плохо. Страшно было даже ходить, не только ездить на машинах. Но сейчас, может быть, сделают или нет. А почему плохо? Плохо, потому что одни ямы были. А вот если около поликлиники пройти было, можно, в принципе. Ну и около самой бани только, все, машинам не проехать, не пройти было. То есть не очень было, да? Да ужас, они просто, ну, ливневки, видимо, не было или что-то, вода стояла постоянно. Мосточки бросали, но мосточки это не спасение, сами понимаете. Вот уже две недели в Банном идут работы по устройству ливневой канализации. В планах на этот год также установка столбов уличного освещения. По контракту строители должны закончить 20 декабря. Ремонт почти 400 метров Банного переулка обойдется городу только в этом году в 12,5 миллионов рублей. Здесь не было ливневой канализации, устройства ливневой канализации не было. Отсюда как бы в воде просто некуда было уходить. Сейчас будут предусмотрены дождеприемники, соответствующие уклоны по проезжей части, и отсюда вода будет собираться в дождеприемники и уходить в магистральные сети ливневой канализации. В 2015-м в Банном переулке проведут работы по благоустройству, положат новый асфальт на проезжей части и тротуарах и восстановят газоны. На это планируется выделить еще 15,5 миллионов. Теперь, по словам специалистов, весенние потопы Банному переулку не грозят. Сергей Курбан, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.